Инспекторы Ангарской ГИБДД патрулируют железнодорожные переезды. Это связано с тем, что автомобилисты часто нарушают правила, преодолевая пути на запрещающий сигнал светофора или при закрытом шлагбауме. Подобные случаи уже приводили к трагедии. Так, в прошлом году у нас был смертельный случай, когда водитель автомашины, проезжая на запрещающий сигнал светофора, переезжая через железнодорожный переезд, просто-напросто погиб. Поэтому сотрудники данного мероприятия будут проводить. За 3 дня патрулирования инспекторы зафиксировали 7 нарушений. Спешка может обернуться для автомобилистов штрафами в 5000 рублей.